Украина представила новые беспрецедентные доказательства захвата Крыма Россией в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко. Глава Минюста считает, что у россиян практически нет шансов опровергнуть эти факты. Новые доказательства по первому крымскому делу в Минюсте собирали несколько месяцев. Напомню, первый иск против Федерации был подан 13 марта 2015 года. Он касается аннексии Крымского полуострова и событий, которые произошли позднее на востоке Украины. Жалобы констатируют многочисленные нарушения прав человека на полуострове. Среди других претензий к России – применение принудительного гражданства в Крыму. Не тільки суд ООН в Гаазі для мене був пріоритетом. Є ще 5 справ в Європейському суді по правам людини. Там є низка фактів і доказів абсолютно нових, безпрецедентних, які ми плануємо озвучити. Я окремо з цього приводу дам прес-конференцію. Я зараз не хочу давати якісь сигнали до наступної середи, до винесення проміжного рішення в Міжнародному суді ООН.